излучаемое тепло, которое собирается от оборудования, находящегося на станции. И таким образом, с помощью таких радиаторов, которые обычно направлены под 90 градусов к солнечным лучам, мы сбрасываем тепло, которое накапливается, и у нас вполне комфортная температура внутри станции, и оборудование работает все штатно. Прием. Конечно, общаются. Мы на станции проводим, помимо того, что очень много времени, у нас складываются хорошие отношения всегда и с американскими, и европейскими, и японскими астронавтами. И общаемся после полета обязательно. В крайне редкие случаи, когда люди возвращаются из полета в плохом настроении и больше не общаются. Но такого на моей памяти пока не было. Спасибо. Прием. Соня, это самый плохой случай, если когда-нибудь случится. На самом деле нас тренируют таким образом, чтобы страховка позволяла нам не отлететь от станции. И в этом плане мы очень сильно подготовлены, как альпинисты, которые должны всегда соблюдать определенный протокол страховки. Поэтому в этом случае, конечно, будет плохо, если человек отлетит от станции, и просто он закончится ресурс скафандра, и он войдет в атмосферу, сгорев в ней, станет звездой. Прием. Действительно, у нас есть немножко свободного времени, которое мы можем посвятить просмотру телепередач, различных фильмов, которые нам присылают на станцию. Некоторые фильмы можем даже иногда смотреть раньше, чем они выйдут на широкий экран. И в этом плане у нас достаточно хорошо мы обеспечены. Также у нас есть музыкальные инструменты, вот гитара, там, губная гармошка, есть даже маленький синтезатор. Поэтому есть определенные вещи, когда мы можем себе позволить расслабиться. Есть книги, можем почитать. А в последнее время появился и интернет, немножко в таком обрезанном виде, но он работает. Спасибо, прием. А повторите вопрос еще раз, пожалуйста. Да, хорошая мысль. Действительно, это, наверное, будет следующим поколением станции, когда есть уже такие мысли, чтобы обеспечить гравитацию в определенных местах с помощью вращения. Не факт, что это сработает так же, как на Земле, но попробовать стоит. А у нас в этом плане пока везде одна невесомость. Мы уже привыкли к этому, и я вам скажу, что в невесомости намного лучше, чем в гравитации. Возвращаться потом просто надо будет привыкать. Так, к сожалению, пока сейчас комнаты с гравитацией нет. Прием. А повторите еще раз. Радио единица Анна Иван-Тамара. Повторите вопрос еще раз.